Мы просим Тебя, Ты сам коснись своей силой, своим утешением, своей благодатью сердца мужа, детей, родителей. Благослови нас всех и помоги в этот день вспомнить о Тебе, прославить Тебя, потому что живем ли, умираем ли, мы Твои. Мы знаем Тебя, истинного Бога, и в этом нам благо, в этом наше счастье, в этом наша радость. Поэтому даже в трудные минуты мы полагаем свою надежду на Тебя, славим Тебя, поклоняемся Тебе, единому вечному Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Дорогие друзья, я хочу предложить, чтобы мы сейчас спели общим пением один псалом, это молитва, пожалуйста, высветите 49-й номер, песнь Возрождения «Бог мой, храни меня». Я надеюсь, что мы сможем его спеть, и я хотел бы попросить, чтобы, вот есть брат Руслан с нами, он проведет, поэтому давайте мы споем вот этот псалом «Бог мой, храни меня», 49-й номер. Бог мой, храни, даруй, что прожил я краткие дни с книгой святой в руках, словом Твоим в устах. Бог мой, храни меня, Бог мой, храни. Мудрость мне в ум вложи, слово в уста. Сердце любовь пошли в дух до Христа. Всем, как есть, снабди, к вечности сам веди. Бог мой, храни меня, Бог мой, храни. Всюду, где стану я, из Твоих слов людям слух возвещать подвиг Христов. Где враг следил за мной, мне мог грозить бедой. Бог мой, храни меня, Бог мой, храни. Если бы грелою стал меня гнать, то помоги, чтоб я мог устоять. Верным Тебе слугой, вере Твоей святой, Бог мой, храни меня, Бог мой, храни. Мир вам, дорогая церковь. Мы с вами, проходя это земное поприще, имеем дни радости и дни скорби, дни переживания, и все это мы можем вместе сопереживать, вместе радоваться. Недавно мы праздновали, проходили праздничные дни, радовались, а сегодня мы вместе собрались, чтобы провести последний путь нашу сестру и выразить свои искренние соболезнования родным и близким, мужу, деткам. Это очень прискорбно, очень печально, но такова жизнь, такова реальность жизни. И мы все знаем, что мы однажды родились, чтобы умереть. И вот этот краткий путь жизни, он дан для того, чтобы мы могли пройти и определить свою будущность, определить свое
вечное состояние, где мы будем в вечности проводить свою жизнь. И все мы знаем, что это земная жизнь, это трудности, переживания, скорби и страдания. Но не у всех они одинаково проходят эти дни жизни. Каждый по-разному проходит дни жизни. И Слово Божие говорит о жизни человека как о страданиях, что человек рождается на страдании. Вот Иов сказал такие слова в 5 главе, 7 стихе. «Но человек рождается на страдании, как искры, чтобы устремляться вверх». Я думаю, что все мы наблюдали, как горит костер, и как вот эти искорки вспыхивают, и тут же они гаснут, тут же исчезают. Подобно вот жизнь человека, она как искорки. В другом месте Слово Божие говорит, что жизнь человека подобна вот этим цветам. Они цветут, благоухают, но когда их срывают или подкашивают, то они тут же увядают и засыхают. И Слово Божие говорит, что человек рождается как искры на страдания, чтобы вознестись вверх. И мы с вами имеем Господа, поэтому мы не имеем той печали, безысходности, той скорби, как некоторые, которые не знают Господа. Апостол Павел пишет в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе 13 стиха. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. И так утешайте друг друга с теми словами». Вот Иисус Христос дал нам надежду, чтобы мы не скорбели, как прочие. Но мы с вами имеем Господа Иисуса Христа, который был здесь на земле. Он прожил очень краткую жизнь, но Он прожил для того, чтобы мы с вами имели жизнь. Поэтому, как мы рассуждаем о жизни, что жизнь бывает очень кратковременная, как искры. Как в другом месте Слово Божие говорит, как шалаш, пастушечий шалаш, который... Вот пастухи раскладывают и побудут немножко на одном месте, и дальше собираются, переходят. Но мы с вами имеем надежду, потому что Слово Божие говорит, что «не хочу вас оставить в неведении». То есть мы с вами знаем, что жизнь наша кратковременная, и мы придем к рубежу, к порогу жизни, и мы с вами перейдем в жизнь вечную. Апостол Павел пишет Коринфянам: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный». Вот это еще одна надежда, на которую мы уповаем, и мы верим, что когда эта хижина, вот это наш дом, это так же самое кратковременная такая наша плоть, она разрушится, но мы с вами имеем дом нерукотворный. И все мы стремимся к лучшему, к небесному. Поэтому все те страдания, которые нас постигают здесь на земле, чтобы они нас не приводили в смущение, в какую-то безысходность, в уныние, но чтобы мы имели надежду в нашем Господе Иисусе Христе, потому что наше стремление туда, в небесный дом, там уже не будет ни горя, ни слез. Мне сестру Лину пришлось немножко с ней поближе познакомиться, так как она работала с моей Валей. И я немножко знаю ее как бы по работе, слышал от Вали очень часто, что она очень искренняя, очень честная, что очень редко сегодня увидишь вот эту честность в человеке, очень трудолюбивая. И она никогда не роптала, никогда она не говорила лишних слов. Она была такая скромная, и многих из нас как-то мы видим, как-то видные такие. Вот. А ее мы мало что о ней знали, мало слышали о ней.
но она жила жизнью, христианской жизнью. Она была искренне христианка, и она подавала пример для окружающих. Поэтому да благословит Господь и утешит вас, чтобы вы утешали друг друга всеми словами, что мы имеем дом нерукотворный. И пройдет немного времени, и мы также переселимся в тот дом небесный, и там мы уже будем всегда вместе. Пусть Господь утешит вас и пошлет вам утешение. Да благословит вас Бог. Дорогие друзья, мы христиане, живем на этой земле, и у нас различные ситуации встречаются. Иногда более легкие, иногда более тяжелые. Слава Господу, что у нас есть молитва. Слава Господу, что у нас есть возможность. Знаете, когда нам трудно, мы часто ищем общение, мы часто ищем, может быть, пойти поговорить с друзьями, как-то с кем-то разделить горе. Сам Отец Небесный, сам Господь, властелин Вселенной, Он готов слышать нас. И слава Господу, что у нас есть молитва, и мы имеем Отца Небесного, и мы можем говорить с Ним тогда, когда нам тяжело. Я хотел бы, чтобы мы сейчас вместе спели псалом, известный псалом. Я знаю, что многие из вас знают его. 221, пожалуйста, высветите «В минуту жизни трудную». Давайте стоя споем его «В минуту жизни трудную». В минуту жизни трудную теснится сердце грусть. Одну молитву чудную твержу я наизусть. Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная, созвучие слов живых. Не дышит непонятная, святая прелесть в них. Не дышит непонятная, святая прелесть в них. С души, как бремя скатится, сомненье далеко. И верится, и плачется, и так легко, легко. И верится, и плачется, и так. Дорогие друзья, ну, может быть, у кого-то есть желание помолиться. Мы сейчас пели о молитве. Давайте вот сейчас, у кого есть желание помолиться Господу, сказать то, что на сердце есть. Сейчас это можно сделать. Может быть, в ваших молитвах скажите что-то о семье. Попросите Господа о благословении семьи, об утешении родных. Если у вас есть слова молитвенные, давайте сейчас вот так вот в простоте обратимся к Господу, помолимся. Пожалуйста. Кто желает помолиться?
Мы славим Тебя, Господи, за то, что Ты любишь нас и за то, что Ты с нами всегда. Мы благодарим Тебя за возможность обращаться к Тебе. Благодарим Тебя за этот чудесный канал общения с Тобой, который Ты оставил нам, молитву. Благодарим Тебя, Господи, что даже тогда, когда у нас нет слов, Ты настолько рядом и настолько близко, что Ты знаешь, Ты понимаешь. Даже тогда, когда мы, может быть, не можем выразить свое состояние, Господи. Мы верим Твоему Слову, которое обещает, что есть Дух Святой, который слышит воздыхание неизреченное, Господи, который ходатайствует за нас. Господи, и мы верим, что даже тогда, когда сестра Алина была в очень тяжелом состоянии, Дух Святой совершал свое служение в ней и для Него, и для нее. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты сегодня обращаешься к нам и напоминаешь нам о важности молитвы. Боже, просим Тебя, чтобы Ты помог нам обращаться к Тебе. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил родных и близких. Благослови, пошли утешение Твое, пошли благодать и милость Твою. Окружи их своей любовью и милостью Твоей, Господи. Помоги нам всем знать Тебя, уповать на Тебя, любить Тебя. Пусть имя Твое будет прославлено и возвеличено имя Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Занимайте, пожалуйста, места. Братья и сестры, у нас есть... Вот здесь присутствуют родственники, и
Я разговаривал до этого служения еще раньше, предложил, может быть, если кто-то из родственников захочет что-то сказать, может быть, несколько слов, может быть, написать или прочитать, или сказать некролог, или несколько слов о сестре Лине. И вот сестра, родная сестра Алины, Татьяна, написала несколько страниц о ней и попросила меня зачитать. Я зачитаю это. Так, Алина Сергеевна Варварюк, ее девичья фамилия Боринская. Она родилась 17 февраля 1973 года в поселке Беруинца Санжирейского района Молдова. Была первым ребенком в семье Сергея и Елизаветы Боринских. Она росла здоровым ребенком, в 7 лет пошла в школу. В школе училась на отлично. В последние годы школы была на доске почета. Была очень спокойного, уравновешенного характера, притягивая к себе много друзей. Классная руководительница очень ее любила, потому что часто возлагала на нее ответственную работу и часто приглашала к себе домой. После окончания школы поступила в Саровское товарное училище на товароведа. Приобрела много друзей, которых приглашала к себе в гости. В 17 лет приняла святое водное крещение и стала членом церкви в поселке Беруинца. Она была очень активной в служении, любила участвовать в сценках, пела всегда со своей младшей сестрой Татьяной, любила рассказывать стихи и старалась не пропускать евангелизационные служения, но время проходило. 18 лет, 21 октября 1991 года она познакомилась с Павлом Варварюком, вскоре вышла за него замуж. Они переехали жить в город Бельцы. По прошествии года у них родилась первая дочь, которую назвали Яночка. А 15 ноября 1997 года родилась вторая дочь, Ольга. Она очень любила своих дочерей. Прошло время, когда многие стали эмигрировать в Америку. В 2001 году Павел, Алина и две дочки эмигрировали в США. Жизнь в Америке немногим дается легко. Так же и ей. Много лет работая на уборке домов, она простудилась, и это дало осложнение на легкие. Потом это перешло в раковое заболевание. 8 января 2014 года, 19:00, она пришла в вечность. До последней минуты она слышала родные. Верим, что Господь ее слышит. Они говорим, тебе прощай. Но до свидания. Сейчас мы услышим еще одну проповедь. Потом. Я в плоти божественна, малая плоть. И я Божьего Духа. Я особенно хочу обратиться к родственникам, родным и сказать, что мы вот собрались, чтобы утешить вас в печали вашей умершей супруги, маме. Мы пришли, чтобы разделить с вами вашу утрату, утерю вашу временную. Когда-то Христос, обращаясь к ученикам своим, сказал, что «скоро вы не увидите меня и будете печальны». Он говорил о своей смерти. Но потом говорит, когда опять увидите, так возрадуетесь, и радости вашей никто не сможет отнять у вас. То есть радости вашей никто не отнимет у вас. Поэтому, ну вот так, мы сегодня, все собравшиеся, похожи на тех иудеев, которые пришли когда-то утешить Марию и Марфу в печали об умершем брате их Лазаре, и Христос там
оказался среди них, и он совершил это чудесное воскрешение Лазаря. Мы знаем, что Господь с нами, и в любой печали Он утешает нас. Интересно, смерть. Смерть – это последний враг. Священное Писание, апостол Павел говорит, что придет время, что последний враг истребится, это смерть. Будет истреблен, уничтожен. Но сегодня он преследует людей. И что интересно, что каждый человек, который рождается на эту землю, их миллиарды людей, каждый должен умереть, пройти через смерть. И никто из людей, когда рождается на эту землю, когда начинает жить, когда обзаводится семьей, никто не думает о смерти. И если видеть даже, что люди умирают, и даже ровесники умирают, кажется, что его это не коснется, смерть. Человеку хочется жить, потому что он создан для жизни вечной. Но смерть преследует человека. И как бы человек ни думал, как бы ни хотел думать о смерти, а смерть все равно приходит, настигает раньше, позже, вовремя или не вовремя. Людям кажется, что не вовремя, а Бог так делает. Я вот песня хорошая, мы поем. «Когда-то в свете без теней, не здесь, а там, в краю родном, прочтем значение скорбей и сокровенное поймем. Найдем потерянную нить, закончим начатое днем. Все тайны сможем уяснить, и все земное там поймем». Бог знает все, Он держит ключ, Он нас ведет прямым путем. Там зноя нет и грозных туч, там свет и мир, там все поймем. Все цело Богу доверяй, Он нас ведет прямым путем. Теперь темно, но близок край, а там мы все поймем. Вот припев этой песни такой, что все цело Богу доверяй, Он нас ведет прямым путем. У Бога это прямой путь. Нам, может быть, этот путь проходит трудности, со скорбями, со слезами, с переживаниями, а у Бога прямой путь, путь к небу. Знаете, вот мы иногда едем куда-то, и надо объездными путями ехать, потому что есть там канавы, есть еще какие-то населенные пункты, есть какие-то препятствия, а вот в небо надо прямым путем ехать, путем, которым предназначил Бог. Здесь нету никаких дорог, здесь открытая местность, открытая атмосфера. Надо ехать, надо идти туда прямым путем. И вот когда мы читаем, друзья дорогие, когда мы читаем Библию, вся Библия говорит о том, что смерть, 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 смерть. Но если бы она не говорила о жизни, было бы безвыходное положение. Смерть и смерть. Вот мы читаем, когда берем Библию, читаем пятую главу, и сразу же, пятая глава Бытия, пятый стих. «Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер». 930 лет. И написано, и он умер. «Всех дней жизни», 14 стих. «Всех дней жизни Кайнана было 910 лет, и он умер». 17 стих. «Всех дней жизни Мелилеила было 895 лет, и он умер». 20. «Всех дней Иареда было 962 года, и он умер». И вот самый долгожитель большой, Мафусал. «Всех дней жизни Мафусала было 969 лет, и он умер». Идет речь о том, что умерли, умерли. Друзья, может быть, мы смотрим, что они так все-таки жили большую жизнь, такую длительную, 900, почти 1000 лет. Ну и естественно, что пора умирать уже, может быть, скажем мы. И у нас, если кто-то живет 90 лет, настолько меньше, и то как-то, когда умирает человек, говорят, ну, слава Богу, умер, пора умирать. Ну вот, такие, как Лина, ей где-то 40, да? 40 лет. Вот. Но, казалось бы, да, надо было бы жить. И вот столько, друзья, столько таких судеб, которых нам трудно понять. Мы не можем понять, почему старики живут, которые, казалось бы, у тяжесть себе и родным, а вот те, которые нужны детям, которые нужны еще на этой земле,
жить, дожить и помогать, они уходят. Но вот поэт этой песни сказал: «Все тело благодаряй, он нас ведет прямым путем, там найдем ответ». У Бога просто так ничего не бывает. У Бога для человека, Бог хочет самого лучшего. Поэтому, друзья, мы вот хотим, чтобы вы утешились этой истиной. Когда читал Фессалоникийцам брат Владимир первое послание, 4 главу, я еще продолжу это чтение. 4 глава с 15 стиха написано, с 13-го: «Не хочу оставить неведение об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Друзья дорогие, вот мы имеем эту надежду, и мы счастливые люди. Я не вижу, чтобы здесь среди нас были отчаянные люди, даже родные, даже дети, потому что мы верим, мы знаем, что будет встреча, и эта встреча будет очень торжественной, очень радостной. И здесь написано: «Ибо все говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга этими словами. Вот, знаете, это будет торжественный момент. Это будет вообще неописуемый момент. Это будет что-то необъяснимое, когда вот произойдет восхищение. Это будет один момент. Он будет единственный. Христос придет за церковью, и те, которые будут в это время готовые, которые достигнут того момента, когда придет та пора, когда придет то время, тот момент, когда Христос будет идти за церковью, они будут восхищены живые. Но а те, умершие всех столетий, всех веков, и ваша мама, и ваша супруга, они оттуда будут, с воздуха. Эти поднимаются так, знаете, во мгновение ока, и встреча будет на облаках. И знаете, там не будет потерянных, там не будет никаких вопросов. Там все будет понятно, все будет ясно. Там будет полнейшее торжество, полнейшее блаженство, полнейшая благодать. Поэтому, знаете, мы ждем этого момента. Мы, живущие, ждем, чтобы миновать смерть. Это было, конечно, гораздо лучше, когда мы читаем, там вот я перечислил тех, которые умерли, а Енох, написано, ходил пред Богом и не стало его, потому что Бог взял его. Они умирали, но Енох, возможно, что кто-то из нас достигнет этого момента, кто-то, может быть, я бы сказал, кто-то удостоится того момента, чтобы быть восхищенным, минуя эту смерть, но... Апостол Иоанн говорит в Откровении, в 21 главе, 4 стихе: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: все творю все новое, и говорит мне: напиши, ибо слова сии истинны и верны». Вот сидящий на престоле Иоанну говорит: вот ты видел это? Ты видел, что он показал город, он показал небо, показал райские просторы, райские обители, и говорит: напиши, чтоб люди знали, напиши, чтоб люди читали, напиши, чтоб люди утешались вот этой надеждой. Отрет Бог всякую слезу с очей их. И перечисляется: и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни. Мы проходим и через смерть, и через плач, и через вопль, и через болезни. Мне приходилось часто быть на похоронах, когда вот жил там на родине, много было старого поколения, поколения старших людей, и как-то много умирали, часто мы их хоронили. Я тот, когда приходили на кладбище, там, знаете, здесь как-то по-другому, там вы сами помните, как люди плакали, как убивались, когда хоронили своих детей, молодых.
Я помню, когда дочь, она, мать хоронила дочь, она плакала, она падала в могилу. Это вопль, вопль неописуемый. Трагически погибла дочь. Но Христос говорит Иоанну, что там ни плача не будет, ни вопля, ни болезни. Поэтому утешайте друг друга всеми словами. И вот пусть Господь благословит вас, пусть благословит всех нас, чтобы мы знали, что смерть, она настигает людей. Но Господь победил смерть. И верующий в Господа, если умрет, оживет. И Христос спрашивает Марию и Марфу, знаешь, веришь ли сему? Мы верим, братья и сестры. Вы верите сему? Верите, слава Богу. Поэтому пусть Господь благословит вас. Это самое великое утешение. Самое великое утешение, что будет тот отрадный момент, когда мы увидим своих родных. Я увижу свою маму, увижу своего отца. Я как-то был здесь уже, жил и не смог видеть своего отца, который умирал и не побывал там. Но у меня есть это упование, что я увижу. Поэтому у нас есть всех такое упование. И слава Богу, аминь. Петр Михайлович упоминал о том, что Господь ведет нас прямым путем, ведет нас к небесам. Вы знаете, наш путь очень часто, несмотря на то, что мы дорожим жизнью, несмотря на то, что мы все, в общем-то, хотим жить и не хотим умирать, но наш путь здесь, на земле, он проходит нелегкими путями, не правда ли? И очень часто, когда люди думают об этом, и когда христиане думают об этом, они сравнивают этот путь с жизнью или с путем по пустыне. И действительно, в этом есть хорошее очень сравнение, потому что если мы думаем, если мы читаем, как в Слове Божьем написано, что нас ждет в небесах, то там ждет неописуемая красота, там ждет Божье творение прекрасное, хорошее, великое. По сравнению с этим, самые прекрасные сады земли – это пустыня. И в этом отношении мы понимаем, что да, здесь наша жизнь и наш путь к небесам, он проходит действительно по пустыне, действительно по тяжелым местам. Если вы вспоминаете библейскую историю, народ израильский должен был идти в Ханаан через пустыню. И такова была их участь, им так нужно было сделать. Господь многому учил их в этом пути. Но они должны были пройти через пустыню. Мы в нашей жизни тоже идем пустыней. Это нелегкий путь, но мы знаем, что, и не просто что, но кто нас ждет в небесах. И за это мы благодарим Господа. Давайте мы вместе споем Псалом 540 «Пустыней греховной земной». Пустыне греховной земной, где неправды гнетущий обман, я кочизне иду неземной, по кровавым следам крестьян, в край родной неземной, от обмана мирской суеты я иду и приду к незакатному солнцу любви. Темнеет вечерняя мгла, длится тяжкий и скорбный мой путь, но не гаснет надежда моя. Я в отчизне моей отдохну, в край родной неземной, от обмана мирской суеты я иду и приду
закатному солнцу любви. Иди же смелее вперед, за Христом не пугаясь врага. Скоро кончится путь наш земной, засияют Сиона врата. В край родной, неземной, от обмана мирской суеты я иду и приду к незакатному солнцу любви. Ведь там ожидают меня все омытые кровью Христа. Они встретят любовью горя, пилигрима усталой земли. В край родной, неземной, от обмана мирской суеты я иду и приду к незакатному солнцу. Сядь еще на короткое время. Я хотел бы еще прочитать несколько слов из Писания, мы потом еще помолимся, споем. Сегодня у нас служение будет короткое. Семья, родственники, после этого, после часа служения здесь, они должны будут поехать в funeral home для того, чтобы иметь там visitation, еще побыть у тела сестры Лины, поэтому мы не будем их обременять, и вот такое короткое служение будет. Но я хотел бы вот еще вернуться к тому тексту, который я читал в начале. Послание евреям, 9 глава, 27 стих. Если вы помните, я прочитал, что человеком положено однажды умереть, а потом суд. И вот это интересные слова, которые говорят о том, что ну так положено, так положено. Так нужно, так должно. Можно задать вопрос, а кто положил это? Господь повелел. Почему Господь повелел? А потому что Господь сказал, что тогда, когда человек не послушается, да, если человек не послушается, тогда ты тогда смертью умрешь. С того момента, с момента грехопадения, смерть вошла в мир. И это постановление Божье. Интересно, посмотрите, друзья, что в данном случае, когда мы думаем об Адаме, когда мы думаем о прародителях, как вот пришла смерть в наш мир. Вы знаете, смерть пришла как наказание. Смерть пришла как наказание за грех. И мы читаем об этом даже в Новом Завете. Ибо возмездие за грех – смерть. Друзья, но слава Богу, что Библия на этом не останавливается. Слава Богу, что Слово Божье на этом не делает точку, а там стоит запятая, и дальше идет продолжение. Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. И вы знаете, возвращаясь к посланию евреям, 9 глава, 27 стих, я не весь стих прочитал. И кто из вас знает этот стих, вы, наверное, тоже обратили внимание, что я не весь стих прочитал. Послушайте, как звучит весь стих. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, это следующий стих, однажды, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения грехов, а для ожидающих его во спасении». Друзья, вы благодарите Бога за то, что после смерти не стоит точка, есть надежда. В темном объятии смерти есть лучик света.
яркий, я бы сказал, луч надежды через Иисуса Христа. Посмотрите, насколько прекрасна надежда Библии, надежда Слова Божьего, что человеком положено однажды умереть, и смерть приходит ко всем. И мы знаем, и мы можем сказать, что сестра Алина, ну, иногда люди так говорят, умерла раньше. По-человечески это раньше. Мы думаем, что вот, ну, как бы молодая умерла. Раньше. Мы как-то привыкли к тому, что, ну, в 70-80 при большей крепости, или, может быть, чуть-чуть позже, 85-90 люди умирают, мы с этим как-то, может быть, больше... Хотя смерть трудна в любое время. Без разницы, когда человек умирает. Вы спросите близких, которые хоронят. В любое время смерть трудна. Друзья, Бог знает один, когда человеку нужно умирать. Это во-первых. Но во-вторых, слава Господу за то, что с приходом в мир Иисуса Христа смерть уже не наказание для верующих в Иисуса Христа, а смерть – переход в небесные обители. И это стало возможным только благодаря Иисусу Христу. И сегодня я считаю, что для меня это честь и привилегия, что я могу стоять на этом месте и возгласить для всех слово надежды. Потому что в Иисусе Христе мы имеем надежду, и нам не обязательно печалиться, и нам не обязательно говорить, и, может быть, вопить, как люди, которые не имеют надежды. Мы имеем надежду навстречу. Это надежда не на наши силы, это надежда не на наши какие-то способности, это надежда на самого Господа Иисуса Христа. Это надежда на то, что Он, то, что Он обещал, то слово, которое Он сказал, что Он его исполнит. Я хочу еще раз прочитать этот текст, может быть, вернуться несколько стихов раньше, для того, чтобы дать более полную картину, как апостол Павел здесь в послании к евреям пишет это. Итак, послание к евреям, 9 глава, с 24 стиха. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира, он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Аминь». Друзья, я хотел бы еще раз подчеркнуть эту мысль. Мысль, которая здесь очень четко прослеживается. Иисус Христос, как здесь написано, вошел в самое небо, чтобы предстать пред лицо Божие. Для чего? Для того, чтобы принести себя в жертву. Зачем жертва? Жертва нужна для того, чтобы не мы с вами умирали, чтобы мы не умирали за свой грех, но грех возлагался на жертву, и жертва принимала смерть за грехи людей. Так вот, Иисус Христос взял на Себя наши грехи. Он понес наказание за наши грехи. Он умер за нас для того, чтобы, как здесь написано, уничтожить грех жертвой Своею. Он это сделал. И для тех, кто верою принимает Его, нет больше осуждение. Для тех, кто верою принимает Его, становится частью Божьей семьи. Нет больше осуждения. Поэтому мы можем надеяться, поэтому у нас есть вера, у нас есть надежда, у нас есть упование, что Он действительно любит, что Он действительно придет за нами, как обещал, что Он действительно придет за нами, и это будет не в осуждении, это будет не для каких-то других целей, но это будет для того, чтобы спасти нас, взять нас к себе. Друзья, чудная надежда. У меня вопрос. Знаешь ли ты эту надежду? Имеешь ли ты эту надежду? Можешь ли ты сегодня с уверенностью сказать: «Да, Христос принес за меня жертву, и я принял эту жертву, и Христос живет во мне,
И я знаю, что бы ни произошло, я встречусь с Ним, когда Он придет, и Он возьмет меня, и Он не откажется от меня. Знаешь ли ты Иисуса Христа, принял ли ты Его в сердце? И когда Он придет, или когда Он позовет тебя, может быть, через смерть, будешь ли ты с Ним? Если нет в тебе этой уверенности, если нет в тебе этой надежды, спеши. Спеши приобрести эту надежду, спеши приобрести ее не за деньги, не за плату. Прибеги и получи это у ног Иисуса Христа. Аминь. Друзья, я предлагаю, чтобы мы сейчас встали и еще раз помолились. Если у кого-то есть желание помолиться и поблагодарить Христа, что в имени Его мы имеем спасение, мы имеем надежду, что смерть уже для нас не наказание, а смерть – это возможность перейти к Нему. Скажите об этом. Вспомните еще раз о родных и поддержите их в молитвах ваших. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя. Аминь. Господь наш,
Аминь. Господь наш, наши сердца, и особенно сердца близких, родственников, имеют переживания и скорбь о времени разлуки. Мы благодарим Тебя сегодня за то, что Ты пришел, за то, что Ты пострадал за нас. Если бы не Ты, Господи, наша скорбь была бы намного сильнее. Если бы не Твоя жертва, если бы не Твое спасение, которое Ты подарил нам, то наша скорбь, Господи, мы были бы безутешны и отчаянны. Но мы славим Тебя сегодня, что мы знаем Тебя, истинного и живого Бога, который подарил нам надежду, который пришел для того, чтобы принять смерть, для того, чтобы мы были живы. Слава Тебе за это, Господи. И сегодня мы еще раз вспоминаем о близких и родных и просим Тебя, благослови и укрепи их. Силою Своею, Своей благодатью коснись их. И пусть Твоя благодать охраняет их, ведет их, оберегает в эти дни. Благослови их продолжение сегодняшнего дня и завтра благослови. Нам помоги тоже помнить и молиться о них, и поддерживать их. Благодарим Тебя, Господи, за Твою великую любовь к нам. Слава Тебе за все, Бог наш. Аминь. Братья и сестры, давайте еще споем вот один в тон того, о чем мы говорили. Давайте споем об Иисусе Христе. Замечательный псалом есть мы поем, 589. «Что за друга мы имеем?» Это друг, который с нами всегда. Это друг, который не оставляет. Давайте споем вот это пение. Что за друга мы имеем? Что за друга мы имеем? Нас он к жизни пробудил. В нем мы счастьем владеем. В нем источник вечных сил. Ах, как часто мы страдали, боль терпя напрасно там, где просить мы забывали, чтоб один помог он нам. Искушение ль нас тревожит, пытки ль тяжки для кого? Каждый пусть из нас возложит скорбь свою всю на него. Он один среди вселенной может свет средь тьмы пролить. Лишь Христос один мгновенно может горе облегчить. Изнываем мы под зноем этой жизни суетной. Сердце лишь Ему откроем, и Он даст душе покой. Если нас друзья забыли, скажем Господу о том, и Христос проявит в силе, что Он верный друг во всем. Дорогие друзья, мы сейчас в конце еще помолимся, но завтра будет служение здесь, на этом месте, в 10 часов утра будет visitation. То есть привезут заранее тело сестры Лины сюда. Поэтому, кто из вас хочет, до начала служения можно будет прийти с 10 часов сюда. В 11 часов будет служение на этом месте, ну а после служения уже поедем на кладбище. Вот такое объявление относительно порядка завтрашних служений. Давайте мы еще склонимся, помолимся. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет с нами вечно. Аминь.
С миром Господним, брат.